Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить нажимать на колокольчик, который есть на экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровью без врачей. Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа. Николай Полыга. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Жизнь свою спасти. Прозвучало молитва православных христиан, обращенная к Господу. Эту молитву надо очень много раз повторять, потому что дорогу осилит идущий. Полное дыхание йогов состоит в том, что воздух и кровь при вдохе, когда через правое предсердие и желудочек идет синяя кровь, а при выдохе через левое предсердие, левый желудочек, идет красная артериальная кровь. Полное дыхание йогов очень экономично использует полный объем легких. И поскольку дыхание происходит на вдохе и на выдохе с сопротивлением, потоки крови значительно выше, чем при обычном неосознанном дыхании. Полное дыхание йогов – это осознанное и дыхание, и осознанное кровообращение. Если еще человек осознает то, что при этом хорошо очищаются кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, то тогда он будет еще громче петь, чтобы лучше выжимать кровь из легких при выдохе и побольше втягивать крови в легкие при вдохе. Сердце не качает кровь, хотя кровь все время движется через сердце, но движется кровь по очереди при вдохе. Через сердце движется только венозная синяя кровь при выдохе, только артериальная красная. В этом состоит новая теория кровообращения, которая возникла год назад, в ноябре 2017 года. В
конце видео будет ссылка на эту теорию, а также в комментарии. Осваивайте молитвенное полное дыхание йогов. Повторяйте громко, пойте громко эту молитву, и у вас будет крепкое здоровье и счастье в жизни. С вами был Николай Полыга.